Отгремели фанфары по случаю Дня города, и на очереди еще один грандиозный праздник. Завтра вечером челнинцы начнут отмечать День строителя. Основные действия начнут разворачиваться с 17 часов на городском Майдане. В 18:00 там же пройдет парад спецтехники и строительных организаций города. А на сцене по традиции будут чествовать и награждать лучших работников отрасли. Ну и, конечно же, какой праздник без концерта? Нас ждут выступления от местных артистов и творческих коллективов. Ну а самое главное, мы всегда с нетерпением ждем приезд гостей. В этот раз это будет Фирдус Тимаев, популярный исполнитель нашей республики, а также группа в своем первом составе, это премьер-министр. Если быть точным, ныне этот коллектив и выступает под названием «Группа ПМ», но это тот самый состав, что в 2002 году выступал от России на Евровидении. На пресс-конференции в мэрии поделились секретом, что изюминкой выступления столичных артистов на Майдане станет исполнение одной из песен на татарском языке. По завершении музыкальной части праздника финальную точку поставит запуск в честь строителей салюта. Первые его залпы прогремят в 22:00.